Предупрежден, значит вооружен, считают специалисты по делам семьи. И настоятельно советуют направлять детей в лагеря дневного пребывания. Если же необходимо оздоровить ребенка и обеспечить круглосуточный присмотр, то в этом случае предпочтительнее взять путевку в здравницу. Анапа – курорт детского и семейного отдыха. Детей будут принимать 48 здравниц. Администрация города-курорта, департамент края обеспечивают маленьких анапчан как льготными, так и бесплатными путевками. Отдых у нас бесплатный, но существует и такая форма. Если вдруг вам не досталось путевки, то вы имеете право в пределах Краснодарского края выбрать любую здравницу, где бы вы хотели оздоровить своего ребенка или отправить на отдых в загородный лагерь, то вы можете получить компенсацию, то есть половина стоимости путевочки, которую вы приобретете самостоятельно.